ниже, чем они получили на турнире Skate Canada. Но учитывая то, что здесь он коснулся льда рукой, они могли бы поплатиться не одни полбаллами, а чем-нибудь посерьезнее. Тем не менее, отделались вот таким вот полубаллом. Промелькнуло, как один вздох. Первая разминка и, конечно, благодаря участникам, благодаря тому, как они катались. И на льду уже следующая группа. Это Мари Мухортова, Максим Траньков, Пан Цин Тон Джань и Шэнь Ксю Джао Хонгбо. Эти шесть пар, конечно же, во многом именно тот состав, который должен быть в пятерке, в шестерке Олимпийских игр. Очень хочется заглянуть немножко в будущее, что мы сегодня и попробуем сделать. Могут еще подключиться к шестерке Волосожар Морозов, я имею в виду на Олимпийских играх, Дюбе Дэвисон, может быть, кто-либо еще, вряд ли. В прошлом году и без китайцев Чэнь Джао было тесновато в лидирующей пятерке, а сейчас и вовсе там места нет практически. Это будет очень интересное соревнование. Китайцы вернулись на лед с триумфом, выиграли турниры в Пекине и в Лейк-Плейсиде. Первое место с большим отрывом. В Китае отрыв от своих соотечественников был 14 баллов. В Лейк-Плейсиде от Волосожар с Морозовым 30 баллов. Хотя состав был примерно тем же. Кстати, Волосожар с Морозовым и на втором этапе отстали на 30 баллов от китайцев. Просто на турнире в Пекине с таким отставанием они смогли занять лишь третье место, а на турнире в Америке второе. Что касается других китайцев, Пан Цин Тон Джань, тоже два первых места в России, в Нагано. Оба раза соревновались с Кавагучи Смирновым. Оба раза выиграли. Тоже ведь чемпионы мира, но 2006 года. С тех пор они, с одной стороны, стали более выразительными, с другой стороны, некоторые конкуренты их, тем не менее, обходят.
Разница в баллах такова, что Цинпан Джантон чуть-чуть не добирают до 200 баллов. 199 они набрали. А у их китайских оппонентов 200 с копейками. Савченко, Жилковы, вышедшие уже на свой максимум. Ну, максимум, я имею в виду по оценкам, на турнире Skate Canada набрали 206 баллов. То есть они китайцев Сяньцзяо обыгрывают по баллам-то. Но китайцы в каждой программе что-то доупустили. Особенно, ну, по-разному. То в короткой, то не в короткой. В любом случае, у китайцев их собственный самый высокий результат тоже 206 баллов. Просто он был получен в последний раз в 2005 году. И, между прочим, короткая программа у них сейчас лучший результат в карьере, 74 балла. И он, конечно же, сравним с результатом немцев. То есть все очень близко, очень плотненько. По-другому и не могло быть. Савченко, Шелковый.